Итак, друзья, что же у нас сейчас по заданиям? Нам нужно поговорить с Йогой и, опять же, стать паханом. Ну, каждая серия начинается с одного и того же. Ладно, до Йоги нам бежать, в принципе, блин, а много, в принципе, целую локацию пробегать надо. Вот я уже и приближаюсь к базе Йоги, и нас ждет серьезный разговор с ним. Так, где он? Он наверху стоит. Он странно, сначала внизу стоял, потом наверх как-то переехал. Причем как-то тупо он стоит здесь. Ну ладно, посадили бы его в вагон, я не знаю, как в чистом небе. Друзья, вот в тексте встречается здесь иногда мат, и вот я, конечно, не матерюсь в роликах. Да, возможно, где-то проскакивает, но это там, если я сильно испугаюсь, или еще что-нибудь. Но если он будет в тексте, то я, пожалуй, буду читать так, как задумано автором. То есть, чтобы не нарушать атмосферу моды, так сказать, или ну что-то в этом роде. Ну, надеюсь, вы меня понимаете. И хули тебе опять надо? Эх, Боров, вот это поворот. Недавно у меня беленькую банковал, а сейчас... Сейчас ты собрал хоть и небольшую, но свою банду. Честно, я в шоке. Быстро вырос ты. До сегодняшнего дня. Слышь, Йога, не напрашивайся. Ты что-то проговорил. Есть последнее слово у тебя? Есть, даже несколько. Ты труп, как и твои дружки. Пацаны! 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 Блядь, пацаны! Пацаны меня убили. Потом потолкуем. Да блин. Нам нужен какой-то план, потому что просто идти вот так напролом, я думаю, у нас не выйдет. Для начала я перед разговором постою на месте и наберу выносливости, чтобы я смог скрыться, ну, за этими бочками. Давайте попробуем скрыться за эти бочки. Я сделаю сохранение. Ну, вроде выносливость у меня более-менее восстановилась. Давай поговорим. Так. Пацаны, все, скрылся, отлично. И отсюда уже можно стреляться. Так, еще один сзади. Благо этот косой и по мне ни разу не попал, пока я находился к нему спиной. Так, и где же ты там? Что-то я не вижу его. Ладно, пойдем в ближний бой с ножом, как я это люблю. Ну-ка... Ой-ой, тихо-тихо, мансуем, мансуем. Пацаны, видели, как мансовал прям в упор? О, Илюха, бандит. Готов, что-то нож какой-то здесь короткий невероятно, это очень странно. Ладно, но ваши калаши я, конечно же, разрежу и патроны ваши заберу, потому что патроны на калаш на дороге просто так не валяются, МП-5-ка. Так, калаш Йоги и... Нет, твою МП-5-ку я уже не возьму. Все. Давай, кстати, сюда сложим все ненужное, потому что, я так понимаю, торговца мы здесь не встретим. И, соответственно, лишний груз я на себе таскать не хочу. Ну и, в принципе, все. Кстати, а что у меня по состоянию автомата? Нормально, а вот броник немножечко покоцан. Интересно, и на что это я использовал сейчас ремкомплект? На броник. Понятно. Ну, я, в принципе, так и хотел. Так, и что мне теперь делать? Вернуться на базу мне нужно. Ага. Но перед этим я хочу сбегать на кладбище техники и посмотреть, что у нас там в тайнике. Ну, очень люблю я тайники в Сталкере. Так, и вот я пришел на кладбище брошенной техники. Тут, надеюсь, не вырезали нычку. Не, смотри, вырезали. Черт. А, я хотел патроны на калаш насобирать. Но, к сожалению, это дело вырезали. И там, наверное, да, там тоже, смотри, ящики вырезали. Но это печально. Так, и где-то здесь должен быть рюкзачок. Тот самый, за которым я, собственно, сейчас и охочусь. Только что-то его нет, друзья. Может, он в этом автобусе? Ну, давай проверим. Так, а сюда и залезть нельзя. Что делать? Нет, тайник в этом автобусе. Вопрос, какого черта? Почему я тогда не вижу этот тайник? Давай посмотрим хорошенечко под каждым сиденьем. Ну вот здесь вот прям тайник должен быть. Чё? А, вот лол. Подожди, а почему он пустой? Ну-ка давай прочитаем описание тайника. Боров. Да блин, я понял то, что это Боров. Рюкзак сталкера в автобусе. В автобусе положил рюкзак, вроде незаметно. Блин, он пустой. Может, тут еще какой-то тайник есть? Но нет, это единственный. Блин, вы серьезно? Пустые тайники перекочевали из Call of Чернобыля сюда? Ну, это вообще не смешно. Я вот ненавижу Call of Чернобыля за то, что там частенько тайники оказываются пустыми. То есть ты получил координаты, приходишь, а тайник ограблен. А тут, ну, в ТЧ такого по сути нету. А я прихожу и, блин, пустой тайник. Лол, возможно, это ввели в этом моде, но я не знаю, я что-то не помню такого. А может, мне просто не повезло, и тайник банально забагался. С чем я сталкиваюсь в первый раз, потому что ну, у меня реально вообще ни разу тайники не багались в тенях Чернобыля, в чистом небе и в Зове Припяти. Там тайники идеально работали. Окей, бежим в темную долину на базу. Вот я и на базе, и
Нет, я еще не на базе, мне нужно прям прийти в свой кабинет. И что-то как-то на нашей базе пустовато, я не знаю. Хотя в тенях Чернобыля все точно так же, то есть ты приходишь в темную долину и приходишь на базу бандитов, и с первого взгляда не скажешь, что здесь кто-то обитает, хотя на самом деле тут бандиты, но в ТЧ хотя бы было, ну, больше, чем 10 человек, а сейчас здесь вообще пусто. Не, ну, конечно, я только-только захватил эту базу, и вряд ли сюда кто-то припрется, но хз, вот мое мнение таково то, что Йога лучший лидер бандитов, потому что если мы вспомним Чистое небо и посмотрим на группировку бандитов там, то есть там еще ими руководил Йога, то мы увидим то, что это довольно-таки мощная группировка со своей базой, у них было абсолютно все, и не сказать то, что у них вооружение было говно, но автор мода решил в этом творении выставить Йогу именно в таком свете, то что он вот раньше был норм, потом скатился и так далее и тому подобное. Ты кто такой? Ты у нас вроде бы Кент? Да, с тобой говорить не надо, ну ладно. Ну, я пришел на свою базу, у меня есть свой личный охранник. Классно. И еще один. Боря, блин! На наш лагерь в подземельях агропрома стал, херня поперла! Помоги! Чего? Вдвигаться в подземелье агропрома и помочь братве? Поговорить с... Офигеть, я думал, это конец мода сейчас будет, но не тут-то было. Вот это прикол, друзья. Так, я тогда все патроны сложу. И все артефакты тоже, потому что они просто мне мешают. Видите, сколько я килограмм освободил? 20 кг у меня всего лишь. Так, и нужно закупить энергетиков у наших братков, потому что, ну, я не знаю, где еще энергетики здесь можно достать. Так, у тебя есть что-нибудь? Блин, чего все такие бомжи какие-то? Подожди, тебе можно продавать? У него деньги бесконечные, друзья, го ему все продадим. Не зря же я все это собирал, блин. Конечно, вряд ли я смогу эти деньги потом потратить где-нибудь, но все равно. Да, смотрю, он покупает, конечно, не по мега-курсу, но все равно, хоть какие-то деньги. 14 тысяч. Так, ну и в принципе все, окей. Выдвигаемся на помощь нашей братве. Чуваки, меня встретили долгусы на агропроме. Жесть. Долгус врос в дерево. Нормально. Жесть какая-то, друзья. Я не думал, что меня здесь так встретят. Тихо, аптечку юзай скорее. За машину, за машину. Ё-моё, три долговца просто на входе. Но это, по-моему, вообще наглость. Так, давай их аккуратненько снимем. Наконец-то. Блин, я, конечно, знатно пересрався. Я думал, да, то, что у меня будут какие-то неприятности на агропроме, но на базе одиночек, то есть, ну, вон там вот, то есть впереди. Но никак не на входе, блин, это было очень неожиданно. Ну ладно, посмотрим, что нас ждет впереди. Нам нужно сейчас двигаться в подземелье агропрома, там наши братки, и нужно по пути пособирать артефакты, ведь я не я, если я не подберу артефакт. Тавтология, но, блин, жизненно зато. Вот, смотри, сколько тут артефактов валяется. И на рельсах, и в туннеле сейчас их будет море. Вон, смотри, сколько их там, я всех заберу сейчас. Ну, а здесь нужно быть максимально аккуратным. Сейф 26. Грави. Ага, каменный цветок. Медузка. Золотая, ломать мясо, тьфу, такая золотая рыбка. Гравий еще один. Так, аккуратно. Я сама аккуратность. Так, там последний артефакт лежит. Ну, я, конечно же, его заберу. Я не уйду, пока не заберу здесь все. Медузка. Ну все, вроде бы там больше ничего нет. И аккуратненько выходим отсюда. Все, супер. Нормально, награбили артефактов, мне нравится. Так, и чё? Ну, в принципе, на карте ничего особенного нету. Я думал, тут будут какие-нибудь тайнички, но ничего подобного. Еще один артефакт. Да откуда вы беретесь? И знаете, чувствую то, что в подземелье агропрома будет жарко, будут перестрелки, поэтому я все-таки. Подожди-ка. Я все-таки возьму и нацеплю на пояс вот эти вот артефакты, которые убавляют у меня удар, разрыв и пулестойкость на 10%, но прибавляют 400% здоровья. То есть у меня и без того показатели хорошие, поэтому я нацеплю два артефакта, и я буду жирнее намного, то есть плюс 800% здоровья. И при этом у меня сейчас удар 35%, разрыв 26%, пулестойкость 17%. Пулестойкость, конечно, такая себе, но это лучше, чем 0. Итак, я в подземельях агропрома, и здесь где-то должны быть наши братки. Да, вот они все тут сидят. И нужно поговорить с неким бригадиром. А кто из вас бригадир-то, собственно? Ты? Нет, не ты. А, вижу отметку на карте. Окей, давай с ним и поговорим. Ой, война началась, друзья. Что за дела? Обходи эту шелупонь, да. Отсюда, что ли, прут? Ща я всем там наваляю, алло. Ну-ка, расступитесь. А тут и никого нет.
Лоу, нормально. На халяву сейчас залутаюсь. Слушай, мне нравится. Так, и где там наш бригадир? Еще один сталкер, откуда вы беретесь? Вопрос, какого черта? Блин, мне это вообще не нравится. Хорош, братан, вообще красиво справился. И что, они вот так вот будут переть на нас постоянно? Я что-то не понимаю. Дай я залутаю его. Дай пройти. Отлично. А, все, теперь нужно говорить с бригадиром. Понятно. Я-то думал, они волнами на нас будут вот так вот переть. По один, по два человека постоянно. Но было бы интересно. Ладно, давай я с тобой поговорю наконец-таки. А ты мели, фраерков, не на тех напали. Ёп, не думал, что кто-то отзовется. Спасибо, Бартелло. Не за что. Один за всех и все за одного. Бля, даже сблагодарить нечем. О, идея появилась. А что если организовать свои лагеря в дикой территории и на кордоне? Можно сталкеров, которые на янтаре идут, щемить. Кто-то давно говорил, что на дикой территории есть бандиты, но их мало, и они не в банде. Надо это исправить. Ого. Так, и чё? Организовать блокпост на дикой территории. Вот это я вообще крутой. Сейчас буду тут все организовывать. А где переход на дикую территорию? А судя по всему, вот он. Да, это на дикую территорию. Но на дикую территорию мы уже отправимся в следующей серии. Твою медь, да пропусти ты меня, а, петух. Ух, мля, вот чмо. Ну давай вылезем на базе военных тогда. Другого выхода я не вижу. В общем, огромное спасибо, что смотрели меня. Надо тут артефакт забрать, подожди. Так, тут гранатки забрать надо, а здесь артефакт. Где он? Вот он, морской еж, ну-ка. Неплохие характеристики, но одевать его на пояс, конечно же, не буду. В общем, еще раз огромное спасибо, что посмотрели меня. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вам нравится мой контент. Также переходите по ссылкам в описании, там много всего интересного, в том числе и ссылка на скачивание мода, и ссылка на мою группу ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь туда, там много всего интересного. Я тем временем пришел грабить тайник стрелка. О, скорострельный автомат, это то, что мне нужно. Давай отсюда мы все отсоединим, а на скорострельный мы прилепим. Да блин. Да что так лагает? О, все, четко. Так, ну бандитская куртка мне не нужна. Аптеки. Патроны. Гранаты. Все как надо, друзья. Я, конечно, взял бы этот комбез, но мой лучше. В общем, всего вам доброго и пока.